Беатрис приехала в юном возрасте из села Ягодное, которое находится под Тольятти. Местные жители нашли ее привязанной к дереву, измученной и истощенной. В приюте Беатрис живет уже 6 лет. Несмотря на свой возраст, очень хочет уйти в уютный теплый дом. По характеру общительная, добрая. Немного воспитания и хорошей адаптации, и Беатрис не отойдет от вас ни на шаг. Звоните 8 927 686 07 90.